Здравствуй, Бог. Ты меня, наверное, не знаешь. Это я. Каждое утро говорю тебе здравствуй, а вечером прощай. Но ты и об этом, наверное, не знаешь. Ты занят миллионами других людей, дела которых поважнее моих. Я знаю, ты сильный и всемогущий. И еще ты добрый. Пожалуй, ты даже сильнее волшебника. И это очень важно. Для всех важно. Важно знать, что в этом мире есть хоть кто-то бескорыстный и добрый. Ведь тебе от нас ничего не надо. Нам же тебя нужно столько, что ты, наверное, не успеваешь записывать все наши просьбы. Поэтому я никогда у тебя ни о чем не прошу. Зачем мешать? Тебе и так трудно. Когда же тебе нам помогать? А может, ты знаешь обо мне? Может, это ты послал волшебника с чудесной вестью? Конечно! Как же я сразу не догадалась! Не мог же ты сам явиться ко мне? А может, это ты и был? Нет. Что-то волшебник не очень был на тебя похож. Что-то я совсем запуталась. Столько всего происходит, столько всего. Поэтому давай на сегодня прощаться. Я и так отняла у тебя уйму времени. Еще столько всего.